Во Владимирском централе пожаловались на пытки попсы. Бизнесмен Александр Филиппов, отбывающий наказание в тюрьме Владимирский централ, обратился в Фрунзенский районный суд Владимира с иском против руководства учреждения. Филиппов и его адвокат Михаил Овчинников утверждают, что администрация пытает заключенных громкой музыкой, сообщает Зебра ТВ. Овчинников рассказал, что его подзащитный, а также другие осужденные больше месяца вынуждены с утра до вечера слушать Лови Радио. 7 февраля в двери камер вмонтировали динамики, из которых ежедневно с 6.00 до 22.00 доносится поп-музыка. Обычно песни звучат на полную громкость, и ее невозможно убавить, потому что пульт управления находится у сотрудников тюрьмы, а они не хотят делать тише. Адвокат бизнесмена отмечает, что подобные действия причиняют заключенным не только психологические, но и физические страдания. По его словам, за эти несколько недель самочувствие 42-летнего Филиппова ухудшилось, и у него появились симптомы, указывающие на возможное приближение инсульта. Ранее мужчина уже перенес 2 малых ишемических инсульта. Он также страдает хронической ишемией головного мозга, гипертонической болезнью и некоторыми другими заболеваниями. После обращения в суд музыку в камере предпринимателя стали выключать, заметил Овчинников, но она все равно настолько громкая, что ее хорошо слышно у соседей. Александр Филиппов был приговорен к 4-5 годам колонии общего режима в июне 2016 года. Его признали виновным в присвоении или растрате имущества в особо крупном размере. Он причинил компании «Владимиртеплогаз» ущерб на 81 миллион рублей. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.